проснулась сегодня в 5 утра, то сосед приехал на машине, громко разговаривали, то другой сосед, наверное, на работу вышел, где-то около 5:30 завел машину и 30 минут ее прогревал, а сам в интернете новости читал. Вот такие вот утренние зарисовки. Красивая погода, солнышко встает, приятно. Я пропылесосила. Муж сходил в магазин, а Патрик удрал. Вот как это называется? Муж только открыл дверь, и Патрик сразу удрал вниз. А ведь уже утром гулял сегодня, и долго гуляли они. Погода хорошая, солнечная. Сегодня я Непяев. Поздравляю всех с праздником. Пусть будет яркий костер, вкусный шашлык, приятные семейные посиделки. Погода этому соответствует. Моя красота. 17:60. Все время плюс-минус одинаковые. Чек у нас. Ну, мы несколько дней в магазин не ходили. Мы каждый день не ходим. Вот такую водичку. Это 75 центов стоит вода. И плюс 10 центов за каждую бутылочку. 80 центов получается. Вот такой вот творог. €25 на 5 евро. Вот такая вот колбаска. €49, 25 центов скидка. На нее она тоненькая-тоненькая такая вот. Иногда очень даже вкусно. Мы не покупаем, потом начинаем что-то покупать. Вот такой вот хлебушек. €25, 36 центов скидка. Вот такие вот макароны. €99 пачка стоит, бантики, макароны, бантики. €99 стоит, 3,98 две упаковочки, €60 скидка. О, бананы сегодня, в честь праздника, наверное, 75 центов скидка. Ой, 75 центов стоит. 95 центов сметана и черника. 6,99 и 3,50 скидка. Все покупки вот такие вот. А совесть есть у тебя, а? Удрал деловой. Первый раз такое вижу. Все в красных этикетках в максимум скидки. Я думаю, что вы сегодня в максимум покупали. А мы все Эллиер собираемся. Ну, да. Может быть, даже и Максима и выгоднее купить сегодня. Я не знаю. Ну, посмотрим, будут там скидки или нет. Эллиер, наверное, тоже будет к Яне Пяев. Ну, наверное. Так, Патрик, еще такой вот раз. Фортель выкинешь, будешь наказан. В угол поставим. Кто рванул на улицу? Кто не слушается любимку? Даже и ухом не повел. Как маханет вниз. Пошел, деляга. Видишь, в каждом регионе по-разному. Кто пораньше, кто попозже. Люди веселятся, костры жгут. Концерт там, видишь. Ну, как весело. С праздником всех. Владимир Андреевич, веселиться будешь сегодня? Буду. Так аккуратненько все теперь подстрижено. Интересно, что вчера подстригла этот чубушник, он кругленький теперь, и сразу все цветочки расцвели. Открыла их, а то почти месяц в бутонах он стоял. Ты пойдешь в рубашке сегодня или в футболке? Футболки. Футболки. Брюки или же шорты? Шорты.
Что? Готов к труду и обороне? Ну-ка, развернитесь. Всегда готов. Да, вот так. Очень жарко на улице. Да. Да, пан спортсмен. Что сказать желаете? Трудовые резервы бегут, все бегут. Да? Помнишь такое? Патрюшка, джентльмены, удачи. Ты дома, зайка, потому дома, что жарко, Патрюш, на улице. На улице очень жарко, Патрюш. Ты же сам повернул домой. Мы сегодня тебя оставим дома. К сожалению. Укладывает. Пускай ребенок, если захочет, сюда прыгнет. Да? Он прыгает, кстати. А последний раз гуляли, но сам повернул домой. Шерла, вся дорога пошел домой. Не, ну что, в этом тени где-то 18, наверное, есть, то что тени его домой. Ну, у нас, знаешь, как раз вот с теневой стороны дорога. Ну что, за нами приехала доченька, и мы едем на хутор праздновать. А сейчас едем в магазин «Сильвер» покупать продукты. Отметим Яни Пяев, накроем поляну. Владимир Андреевич, день рождения было. Вот. Идем в магазин покупать, затариваться. Получилось так, что кто-то не смог приехать. Дочка с зятем уезжали на экскурсию. Ну вот сейчас зять и родители приехали еще. Ну, молодежь не смогли опять приехать. У них праздник. Кто где? Кто на Чудское поехал, кто на острова. Ну, а мы так вот на хуторе будем праздновать. О, вернулась посмотреть. Плед очень красивый, понравился. Кстати, вот этот вот торт очень-очень-очень вкусный. Он такой неприторный, немножечко с кислинкой. Он стоит 13,99, а второй тортик красный бархат стоит 6,49. Может быть, вот эти? Ну, первый торт намного вкуснее. Хотела лимончик взять. Смотрю, тоже красные цены здесь везде. Ценники красные. Это значит со скидкой. Потом цены покажу в отдельном видео. Если вам будет интересно, то посмотрите тогда, какие цены у нас в Сильвере. Это, ну, довольно дорогой магазин. Бля, я несу, но, наверное, зря несу. Потому что там, наверное, на лимон у нас есть, думаю, целый. У нас уже парочку, да? Бля. Этот вот, нам в прошлый раз с Дянчиком понравилось. Скидочку. Скидку. Скидку. И вот этот тоже. Скидку минус 50. И то, и то. Рыбу красную взяли. Это же рыбу красную взяли. Да я не рыбу красную, вот эту. Да мы взяли. Ну еще одну. Зачем мне надо? Перестаньте, мы не съедим столько. Ну и что? Что я теперь? Дочка говорит, хватит, не надо, все есть, много будет. Слушай, а сколько нас человек? Ну, мало, надо две кильки взять. Шашлык. Да. Мам, курицу хотели взять, потому что есть. А ты хочешь на рабьялого, да, мясо? В смысле, ну, крутик или возьму, или лапки? Не, лапки нет. Колбаса точно нет, да? Что еще? А сыр взяли? Нет, сыр не брали. Дянчик сыр любит. Какой сыр? Ты тоже любишь, да. Здесь, да? Подожди, а где еще сыр, мой любимый?
похоже, нет при этом. Куда? Она его любит. Я не пью, поэтому ты бери сама на свой вкус. Я возьму пачку, я больше. Ну да, да. Я не. Прошейка хочешь? Нет, бутылочку красного вот вина. Вот это с этим, с овцой. Угу. Нет, пусть Оля, она знает, что она выбирает. Я на 13-е высадил. Да, это хорошее было. Это виски, Оля, да? Нет, это виски вот стоят виски. Вот это. Где водочка-то? Чего? Водочка. Вон. Есть вот это. Так, ну ничего не забыли. Нет, чекают, не? Или все? Подожди еще. Где-то здесь. А вот солнечный. Ну вот такой вот чек получился. 107.51. Ну вот кому интересно, вино 14.99, виски 19.99 и водка грушевая 9.99. Оля, фрукты еще. Фрукты ничего не надо. Я говорю, будем есть клубнику. Я вас буду клубнику душить. Мне вон. Так, в один пакет давай складывай. Тут аккуратненько только. Пока мы здесь покупаем огурчики и помидоры, вот я цены вам покажу. Дочки поехали забрать мою посылку с парфюмом. Пришел парфюм мой. Ну, вот такие вот цены, посмотрите. Кстати, огурцы очень вкусные. Это здесь очень вкусные. Помидорки тоже хорошие. Ну все, можно ехать. Я примером ездил тоже. Жарко же было. А в тем другую школу. Да, да, непонятно. Я оделся в теплую куртку, кофту. Время уже третий час, поэтому надо уже ехать на хутор. Погода хорошая. Прямо сегодня, как по заказу, погода. Солнышко, тепло, хорошо. И хорошо, что есть ветер. Не так жарко будет. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо большое за комментарии, которые вы напишете. Спасибо тем, кто пишет их постоянно.
Я с большой благодарностью отношусь к этим моим постоянным зрителям. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Солнышко, хорошего вам лета. Заходите, пишите. Я с большим удовольствием отвечу. Всем пока.